няня. По бульвару няня шла, няня саночки везла. Мальчик в саночках сидел, мальчик в саночек слетел. Видеть няня легче стало и быстрее зашагала. Побывала на базаре, посмотрела на товар, потолкалась на пожаре, ведь не каждый день пожар. Соли в лавочке купила и хозяйственного мыла. Там уже встретила куму, разузнала, что к чему. Мимо шли солдаты строем, каждый выглядел героем. И за строем наша няня шла почти до самой бани. Развернулась не спеша, видит, нету малыша. Где же я его забыла? Там, где покупала мыло? В суматухе на базаре? Или просто так на мостовой? Или на пожаре смыла мальчика водой? И не в доумении няня битый час глядит на сани. Ну а мальчик у ворот 2 часа, как няню ждет. Но домой идти боится, дома могут рассердиться. Скажут, как же ты гулял, если няню потерял?